Во Франции обеспечивать порядок на 19-й по счету акции протестов желтых жилетов будут военные. Об этом распорядился президент Эммануэль Макрон. Солдаты будут охранять правительственные здания и другие гособъекты. Власти Франции признают, что демонстрации желтых жилетов вышли за грани дозволенного. Ожидается, что в ближайшее время в стране будет рассмотрен запрет на проведение акции протеста на Елисейских полях и в центральных районах других городов.